Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Грей Гу и продолжаем проходить кампанию. Уже началась кампания за людей, вторая миссия — болото. The entity that attacked us here and on the ship matches the profile of the von Neumann probe from the Pathfinder program. You mean the goo? I thought that was decommissioned over a century ago. Lucy, a distress signal is coming from Valiant Singleton's lander. Contact the other landers. Warn them about the goo. And tell Singleton we're on the way. New position established. Module secured, core operational. Any communications from the other modules? None. Okay. Sweep for Singleton's location. Let's get him back. Окей, отправляемся на поле битвы. Болото. Люси обнаружила посадочный модуль Вэлианта Синглтона в глубине вражеской территории. Одна против двух врагов. Люси должна найти Синглтона, прежде чем до него доберутся силы пришельцев. Пришельцы, вот опять же, да, небольшая тавтология такая. Мы на эту планету прилетели, и мы пришельцы. I have narrowed his location to a few possible locations. Let's hope he's okay. Any good news? Additional data has been restored. Heavy drones are now available for fabrication. Тяжелые дроны. Good. I think we're going to need them. Посмотрим. Посмотрим. Так, Стой! Хорошо, включаем. Ему лупья! Что-то не по-русски говорит, да? Так, пам-пам-пам-пам-пам, да, нам в любом случае придется первым делом строить это вот безобразие. Найдите Синглтона и верните спасательную капсулу в штаб. Вроде бы миссия не на время, да, мы можем спокойно вроде как развиваться, что мне нравится, конечно же. Так, давайте от Refinery поставим немного проводки, да, и пока посмотрим, с каких сторон у нас могут нападать. Так, хорошо, готово. Давайте, опять же, не буду делать ту же ошибку, как в прошлый раз. Построим сразу завод. Так. Это одна дорога к нам, это вторая, а это третья. Окей. Какой у тебя приятный прямо голос. Так. Это, кстати, эти, да, летают? Стратус, да. Это бета уже летает тут у нас. Так, комплит. Давайте парочку трезубцев тоже построим. Они быстрее строятся, потом пару револьверов уже. Так, ну и можно построить. Попробовать построить или не надо, или подождать немного. А то поздно будет. Давайте попробуем. Сразу еще один комбинат. О, хорошо. Хотя бы два юнита уже. Уже хоть что-то. Так. Интересно, по идее они должны воевать еще друг с другом, да? Гу и эти, бета. Интересно посмотреть на это будет. Практически готов уже комбинат. Сейчас последний, наверное, харвестер как раз выгружается. И нет, не последний. Вот это последний уже, да? Отлично. Хорошо. Нам надо таки построить хранилище будет. Давайте куда-нибудь его зарядим сюда. Неважно, в принципе. Так. И поставим на производство пока что револьверов на бесконечное. Куда-нибудь сюда пусть идут.
Так, плюс 10. Давайте теперь мы посмотрим, как мы будем держать здесь оборону. Ну или делайте вид, что мы держим оборону. Так. Может, летать можем, да, без проблем. Без проблем через эту проводку. И теперь вот сюда как-то попробуем провести. Так, хорошо. Давайте пока пристроечку сделаем, наверное, танковую, да, как раз. Для... Да, танковая, кстати, авиационная пристроечка и стелс-пристройка у нас тоже тут есть. Вообще интересно. Так, давайте пока танковую и артиллерийскую здесь поставим. Дальше будем думать. И... так. Так, 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 так. Ага, это, по-моему, насадки, насколько я понял. Вот в чем фишка. Фишка в том, что нету места, да? Мы не можем здесь... Так, 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 так. Хорошо. Попробуем так. Сделать... Ага. Unit ready. Нельзя. Unit in а почему? Я что-то не понял. Conduit cross complete. Beginning construction. А, нет, все нормально. Давайте построим одну турельку здесь. Complete. Здесь пока вроде оборона у нас какая-никакая есть, но в любом Conduit случае надо ее протягивать тоже. Beginning construction. Музыка здесь совсем Unit другая. Ready. Необычная какая-то. Beginning construction. Conduit cross complete. Conduit complete. Так, давайте, может, тогда стелс мы сразу изучим, попробуем, посмотрим, что из этого получится. Ремонт башен, все башни со временем полностью ремонтируются, если им не причиняется урон. Стелс, камуфляж, да. Давай. Beginning economic tech upgrade. Так, артиллерийская башня. Угу, тоже пойдет. Давайте поставим. Так, и можно попробовать уже даже отменить вот это безобразие, построить, начать строить, ну, хотя бы пару лансеров, а дальше там посмотрим. И... Кстати, вот большой завод, вот уже хорошо так, да, сразу. Хотя, наверное, нет, потому что... Давайте вот так вот поставлю его. Наверное, не очень хорошо большой завод, потому что... в любом случае, лучше, наверное, производить... Ну как, лучше. Да, вот в этом... А, нет, все правильно, это тройной завод. Опять же, я да, что-то я перепутал. Так, хорошо. К большому заводу мы как раз сейчас прикрутим авиационную пристроечку. Да, попробуем. Хотя завод еще мы не построили, но пристроечку уже ведем. Так, и здесь... Как-то надо попробовать такие... Тоже немного обороны протянуть. С проводами, конечно, это такой замут. Ну тот еще, конечно. Так, давайте противотанковую одну. Сюда. Так, все, ты стой пока, отдыхай. Отдыхай. Что там с кустами? Давайте я отправлю пока... вот это у нас, по-моему, да, разведчик лучший. У него скорость, по-моему, побольше, чем у этого, чем... Воу-воу-воу-воу, я понял. Я понял, там уже сидят ребята. It appears that Singleton did not have time to activate them. We can take control once enemy hostilities have ceased. Окей. Сейчас заберем. Заберем это все-таки арта дополнительно. Это всегда приятно. На халяву, можно сказать. Так. Вот, пристроится. Давайте авиационную пристроечку посмотрим, что там. Сможем из этого потом сделать.
Leave nothing. Unit under attack. In position. Dusted. Next target. Up and away. Economic tech upgrade complete. Unit ready. Unit under attack. Attack. Target deleted. Так, хорошо, стенку сняли. Ну, заходите в кусты, чё вы стали-то, а? Олени. Так, а это у нас гаубица, да? Это... интересно. Там разберутся. Там все под контролем, в принципе. Давайте, кстати, да, чтобы наверняка поставим еще вот здесь вот такую и артиллерийскую еще вот сюда, чтобы уж наверняка так, да. Пару арты здесь не помешает. Так, а где? Где? Авиационная пристройка готова. Понятно. С авиационной пристройкой меня, по-моему, наломали. Куда я могу построить еще? Давайте посмотрим. Зенитная. Давайте, кстати, зенитку поставлю. Опять не по-русски что-то ругается на меня. Я не знаю, что он хочет. Стелс-пристроечку. Я вот даже не знаю, сработает ли она. Наверное, не сработает. Я подозреваю, да? Потому что нужно, чтобы она была прикреплена прям к этому. There's a change in status. Perform. Artillery advance. Providing support. Anti-air sentinel complete. Changing position. I'm detecting a problem. Unit under attack. Так, какой проблем? Перезагрузите заброшенные дроны, найдите и уничтожьте базу противника. Слушайте, вот это, которая там где-то... опасно. Так, давайте, кстати, Stealth Attachment Complete. Построим еще один. Куда-нибудь сюда, неважно. И будем добывать ресурсы где-то здесь. Попробуем, во всяком случае. Так, почему мы не производим... Я не понял. Потому что бабла, наверное, нет, поэтому не производим. Наверное, пока хватит мне. Да, как я и думал. Стелс-пристройка, да, нам мне ничего не дала. Давайте пока снесем. Стелс-пристройку тоже снесем. Попробуем построить стелс-пристройку вот сюда. Так, пошли. О, по стелсу идут ребята, молодцы. Может, мы так сможем добывать ресурсы, если бы еще вот эта вот штукенция была. Ой, а как это-то? Смотрите, какой он молодец. Гаубиц детектит, как будто бы, да, и стреляет себе спокойно. It seems he did not have time to deploy before he was attacked. Сняли, гады, сняли. Target vaporized. Stealth attachment complete. Harvester under attack. Там сзади еще ребята, оказывается. Пришли. Unit under attack. Нехорошо. Anti-heavy sentinel under attack. Online. Artillery advance. Sights calibrated. Combat enabled. Anti-heavy sentinel under attack. Так, и кто по нам отсюда стрелял-то, я не понял. Наверное, гусь здесь не будет в этой миссии, я так подозреваю, раз тут на меня такие атаки идут, да, значит. Гусь, скорее всего. Не нападают на противника. Ух ты. Beginning construction. Unit under attack. Так, вот где поставим здесь башенки. Так, и что мы имеем сейчас?
Thank you, Lucy. I'm fine. Systems critical. Построить лук. Противовоздушная оборона. Опять же, неинтересно. Разведчик, который открывает участок территории, окружает вокруг вражеской цели, обнаруживает юниты, использующие стелс-технологии. Ну, давайте попробуем построить парочку таких. Это, по-моему, наземные юниты, если я, опять же, не ошибаюсь. И тут стенок у них уже куча. Давайте я все-таки... Ой, что это такое? Посижу пока здесь и построю такие... Здесь... Так, кинжал. Сейчас посмотрим про кинжал. Подождите, давайте я построю еще один цех. И еще одну... Вот эту штуку, да. Так, здесь у нас тоже ограничение в 200 юнитов. Так, даггер может видеть через заросли. Отлично. Если бы у них стелс был бы, да, тогда было бы совсем другое дело. А так как-то что-то немного не очень. А, кстати, смотрите, да, у него дальность обзора весьма хорошая. И он может стоять себе... О, отлично. Очень даже здорово. Так, тем временем на нас нападают. Тем временем давайте экстракторы защищать. Так, это что у нас? Транспорт. Транспорт. Нам, по-моему, найти уничтожить базу, перезагрузить спасательную... Так, найдите и верните спасательную капсулу в штаб. Давайте пока я этот транспорт этот отправлю куда-нибудь туда. Trinity cell full. Converge on location. We will address. Unit under attack. Target gone. Operational. Lancer online. Так, хорошо. Экстрактор сейчас вернем. Как же они, блин, дороги. А? Что? Все? Это все? Эй! Я не понял. А как же там повоевать? И верните спасательную капсулу в штаб. Чу? Чу? Я думал... Ладно. Прошли так прошли. Вот что... Вот меня ребята спрашивали, что нужно сделать в болотах. Вот что нужно сделать. Вернуть вот этот вот транспорт, просто на базу его доставить, и все, как бы на этом миссия заканчивается. Даже выносить никого не надо. Да. Ну, хорошо, я думаю, мы еще повоюем в следующей миссии, и дальше, в дальнейших миссиях еще нам придется серьезно повоевать. Ну, а пока что, ребят, я с вами буду прощаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии.